В прошлом году от лесных пожаров не пострадал ни один населенный пункт или объект экономики. Эта информация прозвучала на аппаратном совещании у губернатора при рассмотрении хода реализации областной программы природопользования и охрана окружающей среды. В 2016 году площадь, покрытая лесами в Зауралье, составила 1,5 миллиона гектаров. В пожароопасный период было обнаружено и ликвидировано 245 возгораний. Все пожары были потушены своевременно. Не было допущено возгораний жилых пунктов и объектов экономики. В апреле прошлого года прошел Всероссийский день посадки леса. В рамках акции было посажено много саженцев различных пород на общей площади 78 гектаров. В 2016 году департаментом была проведена работа по ликвидации несанкционированных свалок в лесах. Из 166 выявленных свалок было устранено 145. В этом году департамент продолжит работу в этом направлении. Также на заседании обсудили вопрос охраны животных в Зауралье. Объектами охраны на территориях заказника являются охотничьи животные, сибирская косуля, лось, глухарь и другие, а также объекты животного мира, включенные в Красную книгу Курганской области. За счет средств областного бюджета продолжаются поисково-оценочные работы на пресные подземные воды. С 2007 года было открыто 15 новых месторождений подземных питьевых вод. Это позволило обеспечить 34 населенных пункта в 9 районах области подземными источниками водоснабжения. В 2016 году на территории Зауралья добыли 1,2 миллионов кубометров полезных ископаемых. На 21% увеличилась добыча строительного камня. Предприятия, ведущие добычу полезных ископаемых, перечислили в областной бюджет 11 миллионов рублей налогов. Сергей Великоеваненко, Вадим Бутаков, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».